Здравствуйте, мои родные! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня целый день снимаю видео про свои ароматы. Хочу поделиться с вами. У меня ароматы разных фирм. Каждого понемножечку, поэтому поделюсь то, что нравится мне. Очень нравится. Я бы даже, может, советовала девочкам, которые любят очень сладкие запахи, с пряными, какими-то восточными нотками. Фирма Envey. Может быть, кто ее знает, кто не знает. У них очень много ароматов всевозможных. Я уже перепробовала там, наверное, все, что можно или не можно. И мне вот очень полюбился вот такой вот аромат. Мне он очень-очень нравится. Это мой запах во всех отношениях, и летом, и зимой. Он, конечно, очень сладковатый. Мне он очень-очень нравится. И он мне очень-очень подходит и моей душе, и телу. Я скажу так, что человек должен духаться такими духами, которые у него вызывают какие-то положительные эмоции, но никак не негативные. Не нужно духаться такими духами. Вот я когда ими духаюсь, я где-то летаю, я где-то мечтаю. Может быть, они для кого-то будут рисковатые, но мне они очень-очень нравятся, сладенькие. Вот этот аромат, я когда его брала, я, конечно, не знала, что это за запах. И думала, что было написано малинка, нотки. Я думала, такой вот он очень нежный. Нет, малина выраженная, очень яркая, очень еще добавлением таких вот пряностей. Ну, для меня, наверное, это немножечко перебор. Вот, ну, я, конечно, ими духаюсь, но духаюсь я ими зимой на шубку. Или на какие-то вот теплые вещи шлейфовые. Очень аромат очень сильный. Поэтому, если вы будете их брать, то есть очень немножечко этого будет достаточно. Даже очень. И взяла вот такие вот духи. Ну, я не могу сказать, что они мои. Но я ими духаюсь, мне они нравятся. Они вот как-то у них направление. Либо я себе так выбираю, что они практически одинаковые. Ну, может быть, даже не одинаковые, все они, конечно, разные. У меня надухалась, была моя клиентка, и мне побежала себе заказывать точно такие же духи, и очень-очень понравились. Но я не могу сказать, что я им отдаю предпочтение, я не знаю. Неплохие, они у меня стоят, мне не нравятся. Вот, ну, чтобы я была прям в большом восторге, нет. А вот эти вот духи, я их просто обожаю. Мне они очень полюбились. Очень-очень замечательный запах. Так что, если кто увлекается Envey или знает эту продукцию, я, девочки, вас поддерживаю. Надеюсь, и вы меня тоже. Они мне полюбились. Ну, собственно, Envey у меня больше ничего нету. Я беру витамины минеральные, мне очень нравятся. Я брала, у меня было очень мужских много запахов, я жалею, что я не сняла видео. Очень есть достойные мужские туалетные водички, очень неплохие. Так что, мужчины, присмотритесь, или вы, девочки, делать презенты своим молодым людям. Так что, удачных всем покупок. До свидания всем.